и подорвем и близлежащие окрестности. Если ты хочешь хоть немного был обезопасить пацан, нет, себя... пацана. Вы думаете, это шутки? Пацанчик-то реально умер. Майни вновь с вами. Всем привет. И сегодня у нас реакция, знаете на кого? На товарищку Яш. Вы очень сильно его просили. Очень много комментариев было. И да, я в очках, чтобы вы не видели мои ужасные синяки. Как вам такой лайфхак, а? Неплохо, не правда ли? Ну чё? Погнали смотреть! Я антимайни, и я очень зол. Я украл вашего глупого блогерка. А знаете почему? Потому что мне больше нечем заняться. Игры, которые я так люблю, они слишком дорогие. А ведь все могло быть иначе. Если бы он знал о моем магазине и о том, какие там низкие цены, огромное количество аккаунтов, возможность выиграть ключ и многое-многое другое по ссылке в описании, так там еще и код со скидкой. Каждому покупателю я расписываюсь на страничке ВКонтакте, главное напишите мне номер заказа и откройте стеночку. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Вперед туда, бро! Воруют, воруют. Все, ничего не меняется в этой жизни. А, да, кстати, весь Майнкрафт за 6 минут будет смотреть. Майнкрафт моя жизнь. Погнали смотреть. Нет. Окей, я не успел прочитать, что там было, привет, ну ладно. Давай поговорим о игре-легенде нашего детства. Любимый Майнкрафт. Ну, не знаю, Майнкрафт не игра моего прям, ну, детство. Он как бы юношество, да, но не детство. А не настолько старая, ну, или я не настолько старый. Тут как посмотреть. Это своего рода симулятор аутиста, потому что ты видишь окружающий мир, ну, немного не так, как обычные люди. Чуть-чуть по-другому. Ты особенный. Он брюнет, у него голубые глаза, у него острые скулы. Я не назвал его имени, но ты уже понимаешь, о ком я. Навальный. Это Кочерыжка, наш персонаж. Кочерыжка. Он тумполох, которого закинули на эту отвратительно ссаную землю. В этой игре есть несколько режимов. Ну, красиво там. Начнем сначала. Окончим концом. Пожалуй, начнем с первого режима. Выживание. Выживание. Иван. Выжидкость. Выжидкость. Один на один с окружающей средой. И никто не станет тебе объяснять, что делать и как жить. Мой диагноз – выжидкость. Считай, что съехал от родителей. Теперь всем на тебя срать, и все в этом мире хочет тебя убить. Но не... Ты живешь и строишь свою жизнь из говна и палок. О, ты понятно. Сделал верстак. О, ты построил дом. О, ну это уже что-то. Какой ой, милый нет, бабучек, бабушка, бабочка. Короче, ну вы поняли. К счастью или к сожалению, ему, как и всем в этом мире, на тебя чисто поебать. И его сыну тоже. О, какой чудесный закат. Даже паукам плевать. Именно в такие моменты. О, какой чудесный закат квадратного солнца. Нет, ты начинаешь ценить те мгновения, которые составляют нашу чертовски сложную жизнь. О, супер, это гигантский паук в углу комнаты, от чекрыжа у тебя его сын сожевал твой. Поздравляю. Прекрасно. Возродился и еще раз живешь. Ты можешь построить ферму. Яички. Ну, а можешь копать шахты. О, а вот тут водопад. Ого, пещера, давай заглянем. Вау, это алмазы и еще. Этой руды хватит на то, ну, чтобы тебе... Ну, она бы нашел. Пса. Привет, а ты кто? Блять. Ого. Криперы любят взрывать. В темной шахте тебя уже ждут гости. Например, зомби, которые могут толпой завалить неопытного шахтера. Надоедливые настырные пауки и скелеты, которых кто-то научил пользоваться луком. Нахера? Помимо всех этих спавнов есть еще кое-что. Скелеты самые противные, наверное, вот всех. Вот шипящий шум. А ну, крипера, ладно. Он будет порой как крыса подходить к вам из-за спины и ждать, когда вы обернетесь на его шипение, после которого 2 секунды он будет шипеть и подорвет и близлежащие окрестности. Если ты хочешь хоть немного был обезопасить пацан, нет, себя пацана. В шах... Вы думаете, это шутки? Пацанчик-то реально умер. Что подделать-то? Освети темные участки. Нужно больше света. И еще больше. Пойдет. Ну разве не рай? Тогда добро пожаловать в ад. Привет, это твои новые соседи. Привет. Добро пожаловать. А зачем вы здесь? Чтобы убить тебя. Чтобы убить тебя. Чтобы убить тебя. Да ладно, они тебя не трогают, если ты их не трогаешь. Поэтому... И вообще, они нейтральны. Они никакие. Еще немного. Сдохнуть. Добро пожаловать. Можешь пасть в лаву, утонуть в лаву, да, да. Джек, помойся, блядь. Хватит ада, давай станем нечто большим, например, богом. Так мы перейдем к следующему режиму. Креативный режим. Создадим все, что угодно. Небоскреб, пожалуйста. Свиноферму, флаг тебе в руки. Общество, основанное на справедливом распределении продуктов труда и с отсутствием эксплуатации человека человеком? Не, ну это уже слишком. Строим такое бассейн. Же есть. Строим... В Северной Корее. Строим бассейн для каракатиц.
А может, для жужелиц? Жужелиц. Строим бассейн для жужелиц. Сделай из блоков огромный арт. Большая для стаи собак. Аз есть милостивый бог. Божественная ферма с рабочими. Божественная пшеница. Божественная курица. Сосед, это снова ты. Она сгорела. Но зато тебя никто не может убить. Но кошечек... Невероятно. Иначе я приду и профессион покараю. Анально тебя. Ой, а опять те шутки в стиле Сридана. Это, блин, реально профессионал. Вор шуток. Вроде ничего нового. Строим дом, строим личную жизнь. О, опять этот... Огромный паук. Ну ничего, что он тебя изнасиловал в усмерть. Ты же просто возродишься. А нет! Подожди, он уже начал говорить про снова выживание? Он же был креатив. А покараю. А. Ну. Анально тебя. Ой, а это что? Вроде ничего нового. Строим дом, строим личную жизнь. А, это хардкор. Огромный паук. Ну ничего, что он тебя изнасиловал в усмерть. Ты же просто возродишься. А нет! Ты за шиворот. Ты умер насмерть. И теперь никто тебе не поможет. Прям как в жизни. И если он прекрасно. По шахтам строить всякую погонь и наконец решили пойти... И дойти до чего-то нового, например, до ручки. 39 лет, у меня диплом есть. То вам нужно просто построить портал в... Эндермир. То есть в конченый мир. Ну или просто конч. Блять, тупая шутка. Но попасть туда непросто. Почему? Потому что ты, кочерыжка безмозглая, можешь только гадить. А портал в конч можно найти только в подземной крепости, которая располагается в живописном хер его знает где. Для того, чтобы найти да, портал в конч, нужно строить тебе глазики. Да. Очко конч. 39 лет. Из... Жемчужина Эндера, падающего с кончей. Свендермена. Чуваков, которые ну ни разу не пародия на Свендермена. Привет. Не, ни разу. Ифритового порошка, выпадающего из ифритов. Понюхай, чем пахнет. Их необходимо кидать в воздух и идти в том направлении, куда они летят. Когда очко начинает падать прямо на вас, можете смело копать вниз. Прямо под вами расположен портал в конченый мир. Однако копать нужно очень осторожно, так как велика вероятность упасть в лавушку Джакушкера, расположенную прямо под порталом. В каждой комнате ну да, кстати. Портала нужно поместить Ока Энда. Это портал. И та-дам! Ты... Не всегда, когда глаз уже падает на тебя, там сразу этот портал. Там можешь упасть просто в любую часть крепости, и тебе придется искать, где еще найти. А у нас как бы... Ну, скоро вы увидите, у нас видос с Катей вышел, там мы крепость нашли, и она баганутая какая-то была. Ты в мире, ну не в плане, обрел душевный покой, а типа теперь попал в конченый мир. Закончу школу, закончу вуз, идти работать в фастфуд. Конченый мир. А вообще это мир эндеров. Но вообще это, ну вообще-то, это мир эндеров. Но вообще, это мир эндеров. Ты эмигрировал в мир эндеров. Теперь ты мигрант. Тебе здесь не рады. А это еще что за огромная черная чайка? А, это дракон. Это главный босс, дракон Энда, который появляется сразу, как только ты попадаешь в Энд. Этого босса не так уж легко убить, как тебе кажется на первый взгляд. Главное уничтожить кристаллики, кристаллики, бей! Быстро. Ох ты, сука, сволочь. Что тебе дали за твое убийство этого великого босса? Титры. Маленькое яйцо дракона. Яичко. Ты можешь поставить себе дома на полочку. А еще кучу опыта. Нахера? А что титры? Зачем тебе вообще этот мир? Только ради эндерменов, с которых выпадают их сверкающие на солнце яички. Ну вот и все. Нет, там еще есть же эндер-город, да? Как-то город-края. Город-края же есть. Сейчас же, блин, обновление город-края. Домой. В смысле? Только яички. Ну а на этом все. Побудем мертвы до следующего видоса. Пока-пока. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. Пока-пока. Опять кочерыжка умер. Кочерыжка? Ну зачем ты так? Зачем ты так, кочерыжка? Жизнь одна, цени ее. Забавный видос, забавный канал. Вы меня просили посмотреть один из видосов. Если вам зайдет, если вам понравится реакция на товарища Куяша, кочерыжка, то вы можете написать об этом в комментариях, поставить лайки, я по лайкам пойму, просмотров если будет много, то я обязательно сниму на следующие, на другие его видосы, на следующие его видосы. Там еще по старым есть, вроде про портал есть, хоть портал мне интересно. Короче, пишите, нравится ли вам, хотите ли вы еще видосы, а я по активу пойму. Чем больше актив, тем быстрее выпущу новое видео. Вот. Благодарю вас, кто смотрел со мной. Вы мне классные. Также такие классные, те, кто переходит на мой сайт и смотрит, что там можно купить аккаунт, выиграть игру. Там и за каждую покупочку я расписываюсь на страничке ВКонтакте. Вы мне пишите номер заказа в личные сообщения, и я вам расписываюсь. Вот так вот. Только стенку откройте. А еще лайки ставьте. Комментарии пишите, чтобы в ролик попасть. Что там еще надо делать?
подписывайтесь, вы тут впервые, колокольчик нажимаете, если вам нужно там оповещение получать. Мне будет приятно, колокольчик очень круто, да, отвечаю. Все, при всем удачки, всем пока. Пау.